Можно отправляться. Отсюда, пока не рвануло. Так. Бой. Нас заметили. Это очень плохо. Бежим. Так. Дрон в полете. Сейчас посмотрим. Мы будем вести охоту. Охоту на чувачков. Так, кого бы нам? Мы запросили вот минометную так. Поддержку. Я знаю, Либо. Есть такой. Попрошу повстанцев отвлечь их внимание. Так, понял. Подкрепление идет на позицию. Кто? Они идут. Что будем делать, босс? Они идут. Чё? Атаковать. Гараж. Подай сигнал, если... Погоди. Ложись. Это мне повезло, что у меня пулестойкость есть. Кстати, вот этот пулемет... очень эффективен против тех, кто в броне. Так. Гараж, подай сигнал, если увидишь машину Полито. Вас понял. Осколочная. Граната, только ходу, в бой. Ходу. Вперед, граната, только ходу. Вперед. Так. Сейчас меня прибегут спасать. Уж они-то его завалят. Так, это что? Угоните машину Павлита. Ага, понятно. Угоним. Черт, почти. Все будет. Так, кто остался? Они идут сюда. Что нам теперь делать? Ой, они идут. Давай. Ясно. Сейчас тут по дороге уничтожите их. Нашего подстрелили. Вашего. Готов. Здесь все. Эти уроды такие неуклюжие. Но о них заботиться ты не надо. Тут? Я сейчас буду. Так. О, так а я, оказывается, здесь был. Вот он. Ищем машину Полито. Спасибо. Шикарная тачка. А в бардачке гондон? Значит, это точно тачка Юрия и Полито. Да и с обычными гондонами. Это классная тачка для перепиха. Мне не понять этот выпендрёж. Покупаешь дорогущий мир, ставишь хромированные диски, так. А потом ездишь на нем по тем же грязным городишкам, что и раньше. Аккуратненько. Я бы от такой тачки не отказался, а ты? Из меня твой водитель тачка, плохой. Классный костюм, но улицы те же. По крайней мере, в компьютерной игре. Поэтому надо вести аккуратнее. Никогда не любил гоночки. По мне лучше стратегии, логические.
Поэтому... Надеюсь, меня не подстрелят. Так. Повезло. Не подстрелили. Едем, едем в соседнее село. Блин. Так. Едем, едем. Кстати, что интересно, по горам здесь хрен проедешь. Вроде как и горы, не горы. Но когда пешком идешь, очень даже горы. Как-то непонятно. Что-то горит, кого-то жгут. Самолет. Надо будет посмотреть. Ладно, теперь дело за Баумана центром. Они так просмотрят GPS-машины и поищут места, где могут прятаться Юрий и Полит. Что-то мы выполнили. Так. У меня мотоцикл. Надо посмотреть, что за самолет там горит. Кстати, на мотоцикле навряд ли вы перевернетесь. По крайней мере, у меня еще такого не было. Так, понятненько. А нам надо... А куда нам надо? Вот сюда. Что-то с оружием связано. Вот это и вот приберем к рукам. По горам не подняться. Будем ехать в обход. Ой, как я не люблю эти объезды. Ну что ж, ничего не поделаешь. Ох, будь я сейчас в готике. Поохотился бы сейчас. Едем, едем в соседнее село. Вот здесь вот хорошо компания играть. Место большое. Один-то еще не очень, а вот втроем, вчетвером сам, а то. Знаете этого болтливого диджея, попугая с радио Санта-Бланка? В центре выяснили, что его основная радиостанция расположена в Пукаре. Так что и попугай должен быть неподалеку. Что нам нужно? Нам нужно все ваше неотразимое обаяние, чтобы убедить его передать обращение Пака Катари. Это улучшит репутацию Пака Катари. И повредит картелю. Убеждать, изменять и влиять, так? Да. А где искать попугая? Поиски ведутся, но мы даже не знаем, как он выглядит. Разыщите его. Не знаете, как выглядит попугай? Ну, с крыльями такой. Посмотрите мультфильм «Рио». Узнаете, как выглядит попугай. Так. Тут кто-то есть. Давайте будем смотреть. Охота. Охоту мы любим. Особенно, когда еще знаешь, где кто находится. Вот один. Надо, здесь чтобы снайпер. Череп был виден. Тогда зафиксирует. Вижу вторую цель. Есть третья цель. Так. А вот. Вот куда мы направляемся. Здесь цель номер 5. Понятно. Так. Вижу снайпера. Иду на позицию. Первого отметили. Вижу цель. Дайте найти второго отметили. Вижу цель. Ясно. Цель получена. Больше не вижу цель. В этой провинции работает отдел влияния картеля. Пропагандистская машина. Мы должны изучить их методы работы. Главное здесь кардинал. Отлученный от церкви священник, проповедник святой смерти. Предположительно, духовный наставник мечтателя.
Тут еще замешан некто Рамон Фелис. Стоп. Летеха сбегает. Летеха сбегает. Но нам же не лейтенант нужен. Мы сюда за оружием прибыли. Снайпер! Открываю огонь по гадам. Ясно, выхожу. Мне надо сменить позицию. Сейчас. Вижу цель. Боевая готовность. Блин. Снайпера так и не завалили. Так. Еще кто-то прибыл. Так. Охота, 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 охота. Какая охота? А мы тут охотимся. А? На плохих людей. Конечно, мы охотимся, Ксюшенька. Все, кто не с нами, мы их всех. Вот еще. Ну кто так держит оружие? Эх ты, деревня. Священникам нравится их болтовня, не так ли? Но слова это... Ну слова. Так, ладно. Смотрим. Еда. Один навык доступен. Ничего страшного. Так, тут где-то у нас документ. Ага. Второй этаж. Так, не понял. А вот. Как она в целом? Оценил твою инфу по конкурирующему картелю. Здорово мне пригодилось наметить так при допросе одного тут киллера по поручению шефа. Я бы и рад был сказать, что я впервые получил удовольствие, пытая пленного, но это была бы неправда. Да, ой, ладно, неправда. Вот, вот что мне надо. О, хорошая вещь. Вот еще один мощный пулемет, кстати. У меня тоже неплохой пулемет. И вертолеты сбивать, и машины останавливать. Так, мы едем. Где-то тут мы видели знак вопроса. Ладно. Опустим это. Для начала сюда. Да. Вот если на вертолете лететь, то недалеко. А если на машине, то это пипец, как неудобно. Чувствую себя миллионером. Вертолет за хлебушком. Так. Будем атаковать. Они на чеку. Они тебя увидят, стой. Они меня увидят, да. Мы растревожили осиное гнездо. Стоять! Вы нам поможете. Сейчас я заставлю их. Давай. Сюда прийти. Запускаю дрона. Вы не хотели мне помогать, а вам придется. Так, ну что, один что ли? Они идут прямо на нас. Что будем делать, босс? Цели на мушке. Что теперь? Стреляю. Стреляю. Вот так вот. Стоило на того.
еще кто-то сопротивляется, говнюк. Так. И у нас еще что здесь? И еще. Так. Вы что, гады, оторваться от меня хотите? Держитесь, я пойду. Порядок, понеслась. Где? Где мой вертолет? Думаете, я его променяю, а? Сейчас я вам отдам. Ой, только бы я в него не врезался самому. Я полечу. Я полечу. Конечно, я полечу. Готово. Поехали. Здорово. Так. Новый вертолет нам не дадут, это факт. Но зато вот мотоцикл бы найти бы. Тоже неплохо было бы. Вот, а я, кстати, вертолет врезался по ходу дела. Весить чувака вверх ногами, а потом резать? Как такое можно выдумать? Так. Круто, бро. Рад, что заметили. Направо, давно вычитаю. Жорж Батай, французский интеллектуал. Много писал о некотором. Едем. Это составляющая. Где 2,5 километра. Я пытаюсь починить эту составляющую для зрителей. Проще говоря, вот поэтому говорил. Вот здесь, по идее, в этой игре либо мотоцикл, либо вертолет. Кстати, неизвестно еще. Может, даже самолет какой-то есть. Так, так, так. А кто здесь? А здесь никого. Ах, машина чужая. Там ее не жалко. Ну, быстрее, чем пешком, да. Километр проехали. Ой, я даже боюсь представить, что там с машиной. У автомобилистов, наверное, сердце кровью обливается. Ну, ну давай, еще немного. Еще чуть-чуть. Давай. Всяко быстрее, чем пешком. Ну все. Это, наверное, был край. Так, надо на гору подняться. Кстати, если не ошибаюсь, вроде вот по окончании миссии, вроде как здесь они будут прятаться. Уж школьная местность похожа. Да, как бы местность не была похожа, но все равно. Ой, это оказывается не эта гора. Следующая. Ну что, бежим дальше. Будем надеяться, там есть подъем. Так. Итак, мы идем. Нам надо злых бандитов убить. В
Вот мы это и постараемся сделать. Давай, Федя, Федя-медя, съел медведя. Развалины. Угу. А тут еще и никого и нету. Нас здесь никто не ждет. Какая прелесть. Теперь мне надо... Вау! Оружие. Оружие мы любим. Новый вид. Все-таки. Что-то какое-то совершенствованное, наверное. Либо какое-то новое вооружение. Вот мы об этом сейчас и узнаем. Вот так. Ой-ой-ой. Так. Стоп, охранник. Здесь враг. Враг, враг. И запускаем. Противник на мушке. Есть еще одна цель. Вижу третьего. Иду на позицию. Дайте найти хорошую позицию. Ясно. Цель отмечена. Жду распоряжения, босс. Итак, пулеметом их. Кстати, пулемет валит их только в путь. Поэтому не бойтесь использовать. Тем более, подмога не успеет прийти. Бой, бой. Одним врагом меньше. Вот и все. Теперь единство ввело в эту провинцию войска. Нам надо вести себя потише. Не бойтесь валить их. Место глухое, никто не услышит. Так, что это у нас? Ой. Что-то мощное. Так, будем смотреть, кто здесь. Так. У нас здесь еще одну цель. Замечена цель. Осторожно с гражданскими. Мощь должна быть. Так, это отдельно. Ну раз отдельно, можно туда и навести. В гости сходить. Так, это артбаза единства. Мы ищем капитана, связного Юрия и Полита. Цель нужна нам живой. Вас понял. Готов. Давайте, ребятки. Все готово. Жду указаний. Есть. Есть. Что значит один? Оба должны быть. Итак. Сначала мы возьмем дополнение к вооружению. Ну и плюс к этому небольшие бонусы себе.
Например, как вот это. Так. Эй, тут оружейный ящик. Вводим. Потихонечку. Помаленечку. А где штаны так, Ксюша, твои? Ну, я так думаю, вот здесь вот. Вот он. И что же он нам преподнес? Класс. Блин, дробовик. Дробовик, ближний бой. Это когда штурмуешь, вот хорошо. Ну, я-то хотел пакостить. А это разные вещи. Так, так, так. Где-то... Здесь боец, и он совсем один. Один, так вырубите его. Раз он один. Чтобы не ходил ночью, где не надо. Так. Так, миномет сюда не достанет. Это радиостанция. Надо энергию вырубить. Надо энергию вырубить. Так. Начало неплохо. Так. Сейчас, надеюсь, меня спасут. Сейчас уже просто бомбардировка начнется тогда. Где вы шлялись? Осколочная, получайте, кулярос. Так. Прицели у снайпера. Так, на прицеле у снайпера. Не беда. Я бы даже сказал, очень не беда. Так, мне нужно подкрепление. Повстанцы отвлекут их. Потому что... Главная моя задача это вышку вырубить у них сейчас. Поэтому... Так, а где у них энергия-то? Я же где-то впечатлил. Вот она. Успел энергию. Мы
Мы запросили у Пака минометную поддержку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Патрули есть. Пригнись! Открываю огонь. Тревога. Так. Осколочная. Получай. Бам. Есть. Гранаты не жалеете. Потому что навряд ли вы когда так кого-то гранаты. Вы две сможете подбить. А так. Граната, а так ходу, хоть ходу. Кого-то. Не получилось. Ладно, сейчас посмотрим, как еще можно. Надо будет отвлекающие маневры все использовать. Туда машину подогнать, тут повстанцев пригнать. Там бомбануть. И тогда, возможно, да. Но сначала надо поддержку вырубить. Либо потихонечку, бесшумно атаковать. Будем охотиться. Так, поддерживайте повстанцев. Поддерживаем. Так. Мы поддерживаем. Ага. Что это? Ой. Драйвер, оптатор. Это мы потом. Вот, сейчас я покажу, как на мотоцикле-то доехать быстро. Мотоцикле. Полтора километра. Так, стена. Прошу прощения. Что мы тут видим? Вот, вот. Вот поэтому я всегда говорю, берите либо мотоцикл, либо вертолет. По-другому здесь никак не передвигаться. А средства передвижения. Давай, 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 давай. Ну, в принципе, 300 метров. Это уже не расстояние. Так, это арт-база единства. Мы ищем капитана, связного Юрия Ипполита. Цель нужна нам живой. Вас понял. Так. Запускаю дроны. Теперь постараемся уничтожить снайпера. Папа. Снайпер. Я иду на позицию. Сейчас займу позицию. Папа. Цель отмечена. Папа. Жду сигнала. Она вот не слышит сейчас, у него наушники. Папа. Так. Ищем врагов. Нет его. Так. Снайперов сняли, и то хорошо. Одной проблемой меньше. Так. Свет нам не нужен. Здесь один солдат единства. Вон там, в бункере. Там, в бункере. Так. Посмотрим.
Так, так, так. Ящик. Понеслась. Ясно. Ищем капитана Единства. Вот она. Занимаю позицию. Иду на место получше. Давайте. Цель выбрана. Жду указаний. Все готово. Жду указаний. Этот допрыгался. Вот так. Так. Одну минутку. С одной вышки мы убрали, а со второй. Снайпер на вышке. Так. Йоу, вижу бойца. Внутри бункера. Вижу генератор. Оставим его без света. Так. Ну что ж. Ясно, выхожу. Так. Где-то должен быть еще снайпер, как я должен думать. Есть один. Так. Напакостим. Это мы любим пакости. Вижу бойца Единства. Внутри бункера. Энергии лишимых. Вот так. Вот это я люблю. Так. А этот нам хрен живой нужен. Здесь оружейный так. Ящик. Перестрелка между Единством и повстанцами. Моим ботинком. Так. А пусть повстанцы на себя откликают. Так. А мы сейчас потихонечку его приберем к рукам. Он падал наверх, убежал. Надеюсь, нам его тащить не надо. Не-е-е-е. Не двигайся. Вот он. Это что еще? Так сам членосос. Насрать. Запрос. Можете убить меня, я ничего не скажу. Тебе виднее. Скажешь. Но в один прекрасный день эта гнусная садистская парочка может подвесить к потолку тебя. Им нельзя доверять. Будет проще, если я уберу их. Давай. Слушай, я не стукач, но все-таки их боюсь. Дело в том, что их сейчас нет в Итакуа. Так вызови их в Итакуа. Блин, вот ночью хреново видно. Скажи, посылка готова. Привет, Полито. Я приготовил ягненка к отправке. Хорошо. Да, ягненочка. Ягненка, давай. Будем смотреть. Так, о. Так. Так, займемся заданием. Вот так вот. Раз. Ну и все. Вот такой я молодец. Еще и вертолет прибрал. Так что, красавчик просто. Полетели. Вертолет Единства. Наша парочка возвращается в Итакуа, и нам осталось только выяснить, где их можно застукать.
Единство уходит, можно действовать. Я только кушаю на сайте. Поехали. Черт, атакуют. Атакуют, пусть. Не догонят и ладно. Атакую врага. Сука, мать твою. Так. Начинается, нас заметили. О, против пулемета. Какое укрытие? Здесь все чисто. Мы не укрываемся. Мы не бежим. Мы охотимся. Так, первое есть. Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Второе есть. Оружие обязательно. Так, где-то что-то еще здесь. Неужто я проморгал? Действительно, проморгал. Так, мы это исправим. Так, вертолет. Все-таки что-то надо самолет. Угоните самолет. Сейчас меня по-быстрому спасут. Всех ребят уже перебили. Так что все нормально. Самолет мы угоним. Осталось только управлять им нормально. И, кстати, как небольшой бонус такой. Вот такая плюшка. Медалька. Медаль картеля. Так. Где-то тут что-то. Так, медикаменты. Есть. Так. На улице топливо. Есть. Так, и здесь топливо. Есть. И наконец самолет. Блин, вот самолет, как управлять им. Так. Настройки. Так. Схема управления транспорта. Наклониться назад. Так, наклониться назад. Вот, может быть, кстати, и самолету полезно. Так. Так, наклониться. Так, увеличить скорость. Так. Оглянуться. Тормоз. Подняться. Shift, shift, shift. Спуститься. Ага.
вами. Я не передаю это чувство моим внукам. Все готово. Отбывать в гармонии с Вселенной. Рад, что в нашей стране действует Санта Бланка. Значит, шифт все-таки. Это латиноамериканская мексиканская организация. Верит, как и я, что мы должны заботиться о нашей земле, быть защитниками страны. Верит, что в верном руководстве мы способны действовать с пользой и для себя, и для матери земли. Все это ради будущего Боливии. Это наследство, которое мы оставим будущим поколениям. Понятно. Маленькое неправильное управление тут. Так. Только почему-то я упал. Так, а если я его расстреляю, там скоро еще появится, нет? Пойдем отыграемся вот таки. На плохих парнях и отыграемся. С пистолета их завалим. Посмотрим, кто это. Кто тут? Кто тут? Кто ты? Во. Замечена цель. Осторожно с гражданскими. Оказалось, хреново было в Ираке. Картель. Вот реальное зло. Ну да хрен пройдешь, что за... Отпустите меня. Так. У меня все чисто. Ладно. За самолетом. Враги совсем рядом. Ой, за самолетом, за вертолетом. Вот они. Вижу двое. Врага. Проклятое единство. Ничуть не лучше картеля. Вот так вот. Легко и непринужденно. Как высморкаться? Так, тут у нас что? А, мы тут были когда-то. Давненько. Эй, здесь боец картеля. На свалке. Где же еще? Пусть. Так, самолет мы потеряли. Будем останавливать. Тебя срисуют назад. Грузовичок. Это нам более привычно. Так. Так. Едем. Едем. То есть как едем? Летим.
уже не по себе. Нас увидели. Они пытаются уехать на грузовике. Аккуратно с машиной. Нам нужен груз. Грузовик не уничтожает. Нам нужен груз. Да укройся же ты! Итак, вот это я понимаю. Вижу колонну с грузом медикаментов. Эти лекарства нужны повстанцам. Поехали. Ой. Так. Поехали. Через пару секунд они будут здесь. Что нам делать? Так. Нам же их только пометить надо. Пометить. Миша, я вызову повстанцев, чтобы все это забрали. Вот так. Нам же не надо ехать. Так, где мой вертолет? Вертолет. Ой, наверх! Хотя какой сейчас скрытность-то какая. Есть еще одна цель. Иду на позицию. Мне надо сменить позицию. Вижу цель. Боевая готовность. С этим мы разобрались. Вот и все. Больше они кричали. Аркадий Эдуардович! Минутку. Можно отправляться. Так. Медикаменты. Так. Продолжаем охоту. Продолжаем. Нам повезло. Эти козлы пошли не в ту сторону. Так, а что это у меня началось-то? Что началось? Ну-ка. Видимо. Программка какая-то у меня всплыла. Сейчас, ладно. На сегодня это стоять. На сегодня это будет последней программой. Так, посмотрим, что нам здесь предложат. Ага. Так. Так. Как? Тут один боевик. У контейнера. Видишь? Видишь. Тебя заметят. Давай назад. Здесь световое табло. С пистолетами и пулеметами. Здесь световое табло. Сейчас мы сюда людей пригоним. Мы попросили повстанцев отвлечь их внимание. Сейчас ворвутся ребятки. Так. Посмотрим, что получится. Так. Опа! Агатерсей! Не шумите, они знают, что мы здесь. Я иду на позицию. Ой-ой-ой. Огонь по готовности!
Так. Мы запросили минометную поддержку. Сейчас посмотрим, что будет. Ты что творишь? Штатских убиваешь? У нас другая задача. Посмотрим. Бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Ну вот, вроде все хорошо. Спрячься. А кто-то стреляет. Кто ты? О, кстати, надо попробовать. Так. Вот, кстати, мы, по идее, за этим сюда и шли. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Ага. Смена сидений. Давай-ка мы сейчас вышибем эти ворота. Готово, поехали. Ага, видимо, невышибаемые. Ладно. Тогда так. Они идут прямо на нас. Так. Первые сведения. Сейчас получим. Так, так, так. Освободим. Где вторая? Где-то. Где-то. Это justito lo que quería. Comidita para las armas. Esto era lo que estaba buscando. Ahora sí a darles. Вот так. Можно к вертолету. Здесь все. Эти уроды такие неуклюжие. К вертолету. Так. Ясно. Готово. Так, у нас есть несколько звезд. Чипованность резина пациентов была выше на 18%. Так, а мы куда первоначально-то летели? Конечно, мы с оптимизмом смотрим на результаты. Так. Лейтенант Картеля. Ну, давай-ка вот так вот. Начнем. Сейчас на пару грузовиков поохотимся. О, я же хотел еще самолет убрать, точно. Так. Здесь Намат. Мы в Акора. Какая задача? Акора – главный центр производства кокаина в Боливии. Эту сеть создал дед, и она старше Санта-Бланки лет на 10.
Когда дед присоединился к картелю и стал главным по производству, он передал контроль над провинцией своему внуку, Эмиссару. Эмиссару? Большую часть... Погоди-ка. Ага, вот меня вообще еще задавили. Аккуратнее надо водить. Так, если я под машиной, меня вообще спасут? А, нет, смотри-ка, спасают. Черт, почти. Так, ну-ка. Извини, брат, но меня начинает машина. Вали. Грузовичок. Лишили меня вертолета. Это плохо. Ой-ой-ой-ой. Скользкая дорога. Скорее всего, еще и колеса пробиты. Да и я водитель по играм-то не очень. Так, так, так. Ах. Снова я. Извини, нас прервали. Так, так. Все сделаем быстро. Когда дед присоединился к картелю и стал главным немножечко по производству, он передал контроль над провинцией своему внуку, Эмиссару. Эмиссару? Большую часть времени он проводит не здесь. Трется с политиками в Сукре, смазывая колесики коррупционного механизма. Это не его дело вообще-то, но он мнит себя неотразимым и воображает, так, что так, его дед станет им гордиться. Дед смотрит на это сквозь пальцы. Да, пока дела в Акоре идут нормально. Собственно, сеть настолько отлажена, что сама собой руководит. А с остальным управляется помощник комиссара. Проникает. Погоди. Эскорт уничтожен. Так, машину остановили. Давай как? Позвоним повстанцам и сообщим координаты груза. Это многих вернет в строй. Так. Что у нас дальше? О, кстати. Недалеко. Секретная информация. Давай из машины, живо! Не усложняй ситуацию. Пристегнитесь. Надеюсь, не успеет уехать. Можно ехать. Сейчас мы из него все выбьем. Жду распоряжения, босс. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Ясно. Открываю огонь. Так, так, так. Черт, нас заметили. Конечно, нас заметили. Давайте, давайте, немножко, ребятки. Стрелять уж поточнее. Давайте нахреначим его. Эй, это я. Прошу прощения. Наконец-то. Я начала переживать. Оно того не стоило. Собираете инфу по производству. Так. Вот сюда. Вот он, самолетик. Точкам и начинаете ставить их на уши. Эмиссару придется вернуться в Акоры и налаживать дело, пока дедушка не узнал. Тогда мы схватим его, а через него инфаркт миокарда. Хотя есть что-то от Боума. Похоже, какая-то инфа по эмиссару. Нынче от ковида помирает, видимо, и он от него. Так. Так. Давай,
Давай. Полтора километра. Вот здесь вот. Да. Взять на прокат мотоцикл. Едем. Самое главное не сдаваться. И мы доедем. И все равно быстрее, чем пешком. Так. Так. Ух ты. Пригнись, иначе заметят. Так. Давай-ка посмотрим. Дроп в полете. Еще одна цель. Ой. Занимаю позицию. Сейчас займу позицию. Давайте посмотрим, как их. Жду сигнала. Открываю огонь по этим гадам. Тут все чисто. А, какие-то сведения. Так. А что мне надо? А мне надо. Операции повстанца, давай. Это координаты посылки. Кто хочет ее поискать? Ознакомьтесь с отчетом Боуман по схеме выработки коки Санта-Бланкой. Главные тут дед и гринго. Дед боливиец. Раньше выращивал коку, теперь делает кокаин. Ненавижу наркотики. Похоже, гринго химик-неудачник. Когда-то работала на НКО здесь же, в Боливии. Затем примкнула к картелю. Это на взлетной полосе. Прячься, живо! Давайте, спасите меня. Дед так. Родился посреди боливийских. Это мне не интересно. Мне интересен самолет. Сука, мать твою. Представьте, они себе еще кого-то оставили там. Твою мать, они идут прямо на нас. Так, это я шел прямо на них. Чисто. Боеприпасы пополним. Пополняем. Так. Вторая попытка угона самолета. Так, смотрим. Так. Ага. Готово, погнали. На W вперед. И Shift. Чтоб он взлетел. Тангаж. Так. Твою ж мать-то. А что-то самолеты не мое, что ли? А там у меня вертолет. Обратно. К вертолету. Автоколонна с топливом. Давай так тогда.
Так, откуда я бахнулся-то? Ой-ой-ой. Так, это мне туда. Только не говорите, что на эту гору. Остановить колонну. Так. Мой вертолет, значит, тоже там. Так, бежим. Самое главное, без нас не начинать. Надо будет как-нибудь прийти. Значит, не надо дабл лежать, надо сжать букву С. Тангаж. Господи, как все замучено. Я за штурвал. Сейчас, может, и расстреляем так же. Машина. Порядок. Посмотрим, что полезного найдется в грузовике. Ага. Сначала его остановить надо. Полезного. Вот. Машины. Давай-ка. Здесь чисто. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. Очень нужна. Ты бы знал, как она мне нужна. Так. Ладно, поехали. Так, так, так. Господи, там же еще один прикрывать, который. О, нет, мне повезло. Все готовы? Огонь. Принято. Давай, давай, атакую. Давай. Давайте, давайте. Эскорт уничтожен. Теперь грузовичок. Немного. Вот и все. Снова дразнишь задержанных? Так. У нас есть полный бензовоз топлива. Хороший подарок повстанцам. Вот теперь можно ехать. Давай с машины, живо! Не усложни... Так, куда он? Лейтенант, зачем он нам нужен? О! Самолет. Еще разок. И ситуация. Можно попробовать. По полям, по полям. Синий джип едет к вам. Господи, слава богу, это не моя машина.
Так. Кстати, охота мне очень нравится. Да. Спокойненько. Особенно, если надо еще засаду планировать. О, это вообще самый смак. Сам разработал. И сам проиграл, либо выиграл. Тут твоя либо заслуга, либо твой проигрыш. Кстати, кто самолетами вообще управляет умеет такими? Насколько помню, в GTA 3 есть вертолетик, который очень сложный в управлении. Я уж не помню, что там сделать надо, по-моему, каждому мину отнести. Тоже очень сложно в управлении. Так. Тут недалеко. Так, так, так. Надо на пистолет переделаться. Угоните самолет. Господи, его же еще и посадить надо будет. Кости. Эти кости. Просто кости. Они мне не нужны, эти кости. Вижу одного наркодилера. Вон там, у взлетной полосы. Вижу. Ты бы хоть подошел бы сначала туда. К взлетной полосе. Запускаю дрона. Вижу вторую цель. Цель номер три. Вижу врага. Ясно, выхожу. Дайте найти хорошую позицию. Еще ясно. Один. Цель отмечена. Жду распоряжения, босс. Так. Открываю огонь по этим гадам. Черт, прячься! Черт, нас заметили. Конечно. Так. Где ты? Так, обходим его. Чисто. Ребята, как вы? Вот так. Третья попытка. Так, букву S надо давить. Ну-ка. Вот так-то W. Все-таки S. Так. Ой-ой-ой. Оказывается, да, не такое-то простое дело угонять самолеты. Даже не знаю на чем. Так, так, так.
неповоротливая ерунда такая. Так. Ладно. Вот. Вот это наше. Детальки. Так, а как мне к ней подобраться? Быстро реку переплыть. Давайте, давайте. Ну, на километра полтора даже он может уехать. Там я его все равно постараюсь догнать. Ё-моё. Держусь. Иди. Я тебя сожру. Где вы шлялись? Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. Поехали. Про всего лишь. Точно. Открываю огонь.
выйти из машины. Нам ну граната, ходу, ходу! Это кто убегает? Все чисто, можно брать груз. Вот так вот. Давайте-ка мы его вот так. Мои радиодетальки. Радиофургон в порядке. Передадим его координаты повстанцам. Теперь. Да, их бросил. Надо вернуться назад и взять какие-то документы, там я видел. Так что, извините, ребятки, время не ждет. Я бы на вас еще свое время не тратил. Надо потише. Дрон в полете. Здесь снайпер. Иду на позицию. У нас здесь турель. Заметил еще одну цель. Вижу цель. Мне нужен хороший обзор. Вижу капитана. Все готово. Прямо в цель. Вызову повстанцев, чтобы отвлечь врага. От меня. А то получится, что... Так. Кто здесь стрелял? Занимаю позицию. Иду на место получше. У меня есть цель. А все это... готово. Жду указаний. Мы запросили у ПАКа минометную поддержку.
готов. Отключи. Так. Что мы имеем? Главное, у меня все сказать, чисто. Чтобы целый был. Так. Всякое нужное. Где? На высоте. Кэтрин, я приехала издалека, чтобы повидаться с тобой. А тебе как горох махнуть? Так. Честно. По этим данным, транспортный самолет картеля стоит на аэродроме. Скорее всего, оружие и боеприпасы или медикаменты. Что бы там ни было, оно пригодится повстанцам. Как по мне, это соблазнительно. Хочешь угнать самолет? Проверить надо, да. Все. Осторожно, приближается патруль единства. Так. Вот она. Ну, надеюсь, информация будет нужной. Смотрите, вот координаты кокаиновой фабрики, переделанные из скотобойни. Чего же мы ждем? Поднимем эту хрень на воздух. Есть проблема. Войти туда можно, только зная код. Как нам его раздобыть? По этим данным, помощник эмиссара в курсе. Выследим его. Ну ладно. Я думаю, на сегодня все с охотой. Завтра поохотимся еще. Покедова.